Лига героев, второй раунд, первый день. Посмотрим, оборону не менял. Немного бонусы там распределились. Теперь у нас колдун и монах. Что у нас по обороне? А, оборона сразу просела. Жестко, да? Из-за просела. Монахи, да. Кто у нас там монахи и колдуны? А ну-ка, колдун. О, а не монах. Блин. Монахи, колдуны. Да. Монахи, колдуны. Да нет у меня таких. Монахи. 10% всего. Мало. Ладно, черт с ним, оставим как есть. Пойдем. О, 6 атак. Нифига себе. Так, повоюем и мы. Что делает? Паразита. Он средний. Короче, жесть. Паразит. Потом вот этот, потом отражатель, да? Отражатель, это мощно. Мне, конечно же, сюда надо брать сильных хилов. Прям мощных. И желательно какого-нибудь даже таунта взять. Возможно, даже отказаться от него. Я даже, знаете, кого хочу взять? Хочу вот так взять. Вот так вот взять. Вокруг Машку обставить. И, наверное, я из синих возьму Айна и Ариэль. Вот так вот. Тебе дадим побыстрее отряд или нет? Блин, ну спорно, а то у нас... Ты у нас церковник. А у меня только есть друид. Тоже не подходишь, да? Тоже не подходишь. По отрядам тут как бы окей. Пофигу, да, на этого? Блин, а чем убивать-то будем? Они-то мощные, да, типы? Ну, не сильно мощные. Машка, черт. Может быть, в гипа попробую. Давайте с гипа сыграем. Все, поехали, пробуем. О, поменяли интерфейс нам. Синий-красный. Синий-красный. Взорву, если я зеленый. Три красных соберется. А давайте взорву. Да, не всегда начинать легко. Я чуть расслабился. Войны не будет, потому что я галку не поставил после прошлого альянса. И просто разодыхался. Но я так понимаю, мы в лицо все равно сейчас получим. Раз лицо получим, давайте крутить. Блин, нет. Обалдеть. Да нет, нет, убей его. Давайте просто грохнем его.
Не убили. Блин, я думал, на разгоне зарядится еще. Окей, окей. Ладно, мы запустим. Вот даже так тоже хорошо. Один ход еще. Запускаем тоже. О, крутяк, смотрите, попался. Так, карту сдуло. Еще вот так вот делаем. И вот так вот, да? Так, тоже лишние. Это плохо. Блин, ну это какая-то жесть. Красными добьем. Не добили. Тогда вот так все равно добьем здесь. Синий, кстати, гипо обходит. Вот это сейчас повесит он отражение. Я смогу обойти 800 хп. Ну круто, что 800. Давай, Машка. Фу, жесть какая-то. Первую атаку сделали. Блин, над обороной надо подумать. Но монахов нету. Монахов нету. Вот этот монах, конечно, 10 всего. Надо какой-то 40. А 40 это вот эти вот штучки. Дрючки. Ладно, поехали дальше. О, началось. Наутика, да? В прошлый раз я и проиграл. Ты бьешься, восстанавливаешь герой, если всех снимается, герой ближайший сегодня контратакует. А, контратакует. Никакого там нету, да, вот этого вот непонятного. Если этот бьет. Это бьет. Надо брать, короче, отражение тут. Давайте я предлагаю взять отражение. Я поставлю ее. Я поставлю Машку. Отражение. Какой-то такой вот став. Наверное, здесь побыстрее лучше. Так, что тут у нас? Фу, поехали. Есть кое-что по камню у нас сразу же. Собираем. Разъехалась, да? А, ну сироп, сиропа собираем. Не зарядятся же они. Вот они зарядились. Теперь мы теперь наш ход, да? Наш ход. Ни одного синего до Бену должно не хватить, по идее. Бену у меня под этими жесткими отрядами не хватит. Но для Айно хватит.
Да, синеньких не хватило мне. Ладно, хила зарядим. Ой-ой. Ну, черт тебя побери. Машка там проклонялась, вы видели? Блин, это жестко. Это такая жесть. Я как будто воюю против 7D Департе, да? Как он там называется? 7D воюю. Так, я собрал дофига камней, но я не посчитал сколько. У меня нет разгона. Три камня мне точно не хватит. Я там собрал раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не, девять должно хватить. Охренеть. Он пробил. Блин, это такая жесть. Ребят, вы хотите играть в топе? Блин, Машка не набрала. А ты это офигеть. Черт побери. Капец. Синий. Блокиратор надо было пробовать, наверное. А где камень там? Блин. Надо было, наверное, вместо гиппо брать блокиратора. Не такое не выигрывается. Блин, надо подумать. Я ставлю синих. Я хочу оставить синих, да? Я смотрю на него, думаю, что за фигня, как есть 17 талантов. Блин, надо ли мне здесь? Ладно, надо. Раз. Два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там три хода, тут три хода. Сверху четверку собираю. Снизу поднимается тройка, собирается семь камней. Раз, два, нет, раз. Два хода будет, все, и собираем их. А, даже так вышло, я пересчитал. 4, 1, 2, 3, 4.
Ребята, а где ваши бафы? Вы что, я не понял, где ваши бафы? Я не знаю, вы угораете? Реально угораете? Ого, 3000 хп. 3000 хп, офигеть. 3000 хп. Ну ладно, это понятно. 3000 хп, офигеть. Ну такую оборону еще можно выиграть. Так, хочу своровать, да? Давайте любого воруем. А, ну так даже. Фух. Ну, полегче было. Наутика это, конечно, жесть, ребята. Давайте попробуем зайти из зеленых. Пепперфлейм, здорово, чувак. Что дает? В конце каждого хода наносит новый эффект, новый танцевальный эффект нельзя снять. То есть никаких срезов и усилений нету, только дает тупо урон, правильно? Дает иммунитет новым эффектом, соответственно, новый танцевальный эффект, То есть там никакого нету разгона, еще чего-то. Надо мне, короче, газельку одевать на эмки и пробовать уже играть ее, наверное. Так, если я с зелеными зайду, я могу Pepper Flame, да, разбиться. Надо брать сильных хилов каких-то. Блин, ну надо пробовать брать наутику. Ой, наутику брать. Наутика же воруется. Наутика воруется. Пробуем. Это очень слабая команда. Я попробую. Зачем камень лишний делал, я не знаю. Окей, я сворую, заряжу 6 камней, двух этих. Раз, два заряжу, да? Или фиолетовый смогу поднять. Подниму фиолетовый. А здесь станет на 4 камня
Здесь поднимется, здесь поднимется. И кристалл вроде как будет. Правильно? Нет, нет, я ошибся с кристаллом. Кристалл обратно есть. Но она один фиг сейчас ультанет. Нужен ли мне кристалл? Я смогу сейчас собрать одним ходом 7 камней. Семь камней соберу. Семь камней мне не дадут зарядку Гуанюй. Так, сколько хп там? 300. Так, лучше кристалл собрать. Семь камней я соберу, морда окажется вот здесь посередине. С морды я уже ничего не доберу. Если бы я добрал бы с морды, я бы взорвал бы, да? Морда вместо красного появится вот здесь вот. Вот здесь вот. И, а у меня все камни скинутся, верхний я не подниму. Если только снизу что-то не выйдет. А если я сделаю так, то больше давайте так делать. Если кристалл соберу. По 370 запомнили? Все, мне хана. Мне хана! Это охренеть, ребята. Это реально. По 400, по 300. Да зачем ты? Почему? Надо было в правых бить. В правый жирный. Если бы зеленый был бы со старта, я бы еще смог бы попадаться. Но нету зеленого со старта, я его нашел. Это дичь. Сколько 33% докинуло маны? 33% увеличило ману. Офигеть. Тут с 0 в 20 докидывал. Не знали, что с ним делать. А это 33. Ладно, остается мне напиться, я пока еще живой. Офигеть. Это просто турнир, слит турнир. Паразиты, паразиты. Я хочу закрыться, я не хочу паразитов вообще тут видеть. Давайте так, я уже не буду какую-то что-то мастерить. Блин, не хватило, смотрите. Все, все. Ха! Вот когда только чутка не хотела, и все сразу резко проультовались.
Да нет, нет, не, не бей, пожалуйста, не бей. Да ну наш. Не, меня на самом деле бомбит, но я смеюсь, потому что это вообще капец. Как один хп? Как у нее один хп остался? Куда все растерялось? Эти убивают, что ли, хрены вот эти вот миньоны долбят. А, сейчас рыцарь добьет с ульты, точнее, Гиппо с ульты добьет. По 50 они бьют, но не так сильно. Эх, взял я его, блин. Зря взял. Ну, можно было тут повоевать чем-нибудь. Я что-то уже... Хз. Три двести. Три двести на тысячу. Нифига себе. 3 200 на тысячу. С ума сойти. Офигеть, 1000 на 3 200. Жесть. Так надо брать тут всяких вот этих вот Гензелей. Они ж тут мощные парни будут. Че я туплю? Против Наутика, прикиньте. Ну хорошо, что я заметил это не в последний день. Так, готовище, да, у нас? Вот это вся приблуда, вот это приблуда, это снимает, бьет. Двое бьют, и двое бьют, почти три саппорта и один какая-то херня непонятная. Так, Машку возьмем. Нет, нафиг. Да, щиты, да? Что я буду делать? Я буду снимать с ними четыре снимаются. Но у меня хила, я без хила, да, тут пошел. Но мне тут, по сути, нафиг он не нужен. Обалдеть! А я успел, обалдеть! Я успел. Хел, давай, хел, давай. Красавчик, 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 блин, хел, молодец.
Все, снимаем всю гадость эту. Обалдеть. Не, ну, блин, ну это было очень жестко. Готор на самом деле жесткая карта. А, пока еще не закончил. А, мультики. Это прямая контраст Луны. Потому что они будут сопротивляться 75% срезу маны. Так что мультики против Луны это топ. Это, короче, ребят, дичь. Сколько я раз проиграл? Раз, два, три. Три проиграл. Раз, два, три. Три выиграл, три проиграл. Да. Над обороной надо будет подумать.